Водителям напомнили об ответственности. Власти города обратились к транспортным компаниям с требованием не срывать работу на территории Махачкалы. Перевозчики решают вопросы, поднять или снижать тариф за проезд. Уведомив об этом администрацию, но они не имеют права без чрезвычайной ситуации срывать маршруты, говорится в официальном тексте заявления мэрии. Также в обращении приводится статья федерального закона, согласно которому при срыве маршрута на 3 и более суток администрация города имеет право приказом отозвать свидетельство и выставить маршрут на торги для проведения конкурсных процедур. Отметим, что с понедельника в столице наблюдается срыв пассажирских перевозок на нескольких маршрутах в связи с протестной акцией водителей против повышения цен за проезд.